Покажи, что ты там прячешь. Они так всегда спят. Это конюк, который охраняет свою подругу. Они всегда спят вдвоем. Он раскладывает свои крылья веером и оберегает их. В жизни так случилось, что конюку оторвало две лапы. Он остается настоящим мужиком, как я понимаю. Однозначно. Вот так. И берегет свою подругу. Это Акулина. Она спала. Они всегда вдвоем. У него оторваны лапы. Он продолжает жить. Мы помешали ради того, чтобы вы, люди, могли посмотреть, как оно бывает среди хищных птиц. Просто среди животных. Смотрите, кто не верит в дружбу, кто не верит в любовь. Смотрите, как это бывает. Что это существует, есть, это правда. Вот так вот. Многие люди, получив поддых в жизни, опускают руки. А эти птицы хоть и раненые, но продолжают жить. И ценят эту жизнь. Неважно, какая она у них сейчас, но они ее ценят. Вот так вот. Учитесь. Учитесь и еще раз учитесь. Ну так. Ладно, ребята, спите.